Магазины – это обилие самых разнообразных товаров. Глаза разбегаются от яркого и привлекательного ассортимента. Ну как не порадовать себя любимого и не купить фрукт, сок и пару-тройку шоколадок? Да, экономить мы не привыкли, хотя это вполне возможно. 50% денежных средств, конечно, сберечь не получится, а вот 15% – легко. На 15 остановились неспроста. Сегодня это наша любимая цифра, ведь 7-му каналу исполнилось 15 лет. Мы нашли несколько проверенных временем способов, которые помогут сэкономить. Не торопитесь делать покупку. Для начала сравните цены в разных магазинах. Вы убедитесь, разница в несколько рублей действительно существует. Постарайтесь по мере возможности не брать с собой в магазин детей. Они легко могут опустошить ваш кошелек на сотню-другую. Лучше купите для своего малыша то, что сами считаете нужным. Так у вас не будет повода потратиться на лишние слова. Перед выходом в магазин четко составить список, что вам конкретно нужно, и покупать только эти товары. Не вестись ни на какие акции, потому что люди не выдерживают. Они приходят в магазин, вроде бы это и не нужно, но акция, надо купить. Мы тоже составили список самых потребляемых, на наш взгляд, продуктов. Помимо хлеба в списке оказались картошка, молоко, яйцо, мясо, майонез, сахар и чай. Сегодня мы попробуем узнать, где эти продукты нам обойдутся дешевле, в супермаркете или на рынке. Как ни странно, но на некоторые продукты, такие как репчатый лук, молоко, сливочное масло, сахар, в супермаркете цены ниже. В то время как курица, яйцо и картошка, купленные на рынке, обойдутся дешевле. В магазине мы потратили 523 рубля, а на рынке 490. Наша экономия составила 33 рубля. В настоящее время вопросы ценовой политики полностью находятся в видении руководителей и владельцев предприятия. То есть указывать им кто-то, какой уровень наценки на надбавки торговой нужно установить. Устанавливать никто не может, потому что, согласно законодательству, у нас официально не регулируются размеры надбавок. С продуктами питания разобрались. А вот как с одеждой быть? Отказать в себе красивом и ярком нам, девушкам, ох, как непросто. Что же делать и как быть, коли деньги хочется еще и на развлечения оставить? Грех жаловаться нам в век инноваций. Альтернатива дорогим магазинам есть – интернет. Даже из дома выходить не нужно. Юлия – журналист и многодетная мама. Они с кошкой Клёпой в интернет-магазинах частые гости. Что-то выискиваю на китайских сайтах, что-то на американских сайтах, что-то на европейских. То есть, ну, как бы вот, когда иногда в закупках участвую. Интернет-серфинг экономит семейный бюджет и занимает не так много времени. Нет особой разницы, покупаете вы товар в интернет-магазине или вы просто пришли в магазин и покупаете товар. Вы приобретаете товар, да, соответственно, как бы это как расценивается, как публичное соглашение. Соответственно, нет никакой разницы. Как бы в любом случае ваши отношения, это федеральный закон о защите прав потребителя. А это значит, что в любой момент вещь, которая не подошла, можно вернуть. Еще один вариант сэкономить – распродажи. Если сезонность товара прошла, то его можно купить с большой скидкой. От этого вы ничего не потеряете, а только сможете похвастаться, что сэкономили 15% своего семейного бюджета, а то и больше. Может, кого-то такая экономия и не вдохновит, но возможность купить больше вещей за те же деньги все-таки привлекает. Сэкономленные средства на 15% скидках можно потратить на развлечения. Ну а 7-й канал за полезные советы с вас денег не берет. Поэтому смотрите нас, а мы подскажем, где и как тратить наличность, чтобы потом не было мучительно больно.